Приветствуем вас на нашем канале. Раз вы зашли к нам, значит, вас интересует один очень важный вопрос. Когда же выйдет восьмая, финальная серия 4-го сезона сериала «Мажор»? С радостью сообщаем вам, что финал сериала состоится 20 августа на интернет-портале Кинопоиск HD. Итак, в предфинальной серии мы увидели, как Игорь находится под стражей, а Верьянов допрашивает Мажора и просит его написать признательные показания. Он твердо уверен, что Игорь убийца. Соколовский же просит его проверить Ваню. Люба приехала к Игорю в полицию и просит его подписать бумагу, согласно которой она, как жена Игоря, может забрать Соню из детского дома к себе. Игорь подписывает. Люба забирает Соню вместе с Ваней и сразу же отдает ему ребенка. Ваня увозит Соню к себе домой. Игорю становится плохо в камере, ему вызывают скорую. Врачи констатируют, что у него наркотическая ломка. Анализ крови показывает, что он принимал сильнодействующие наркотики, которые вызывают галлюцинации и потери памяти. Выясняется, что упаковки безобидных таблеток, которые давала ему Люба, были совсем другие лекарства. Игорь под конвоем едет на место убийства Пряникова. Катя следит за ним и планирует спасти его из-под стражи, но в последний момент передумывает и рискует. Игорь вспоминает, что убийце на левой руке был ожог. Брат Любы умирает в больнице от онкологии. Жека и его начальница разрабатывают версию причастности Любы к произошедшему. Они узнают о болезни ее брата и навещают ее учителя, которому также ездил Пряников, когда проводил свое расследование. Учитель рассказал, что Люба покупала запрещенные препараты для брата, которые содержали героин. Ее поймал кто-то из полиции, но дело в связи с этим заведено не было. После смерти брата Люба собирается совершить самоубийство, прыгнуть с моста, но неизвестный в последний момент ее остановил. Люба позвонила Аверьянову и попросила его приехать в мастерскую Вани. В мастерской неизвестный перерезал ножом ей горло. Жека входит в мастерскую и видит, как Люба истекает кровью, а Катя склонилась над ней и пытается ей помочь, сдерживая кровь из раны. В то же время Ваня планирует вместе с Соней переехать на море и обещает ей сюрприз. Он привозит ее к Валере Симоненко, который оказывается жив. Половина лица Валеры изуродована из-за ожога. Также у него ожог на левой руке. Финал сериала состоится 20 августа на Кинопоиск HD. Нравится сериал? Тогда подписывайся на наш канал. Приятного просмотра!